где мы были? Мы были на своей свадьбе. Ну? И папа должен был подарить маме цветы, мама бросить их, и? А люди поймать. А папа еще что должен? А папа еще должен маму на руках носить. Всю жизнь. Да. Это почему? Кто тебя такому научил? А еще, папа, ты маме на день рождения цветы не подарил, помнишь? Как ты не подарил? Очень даже подарил. Не подарил. Подарил. Нет. Мама, ну скажи. Не подарил. Как не подарил? Не подарил. Хорошо, что еще папа плохого сделал? Еще мама почему-то тебе все время уступает. А должен ты маме уступать, понятно? Я ей и так все время уступаю. Цени, папа. Цени, папа. И гладить ты ей должен помогать. И гулять. Я помогу сама. И готовить. И готовить помогать. Ребенка бы гулять даже. А и стирать еще скажи. А стирать уже мама должна. Почему это? Это мамина уже забота. И ребенок должен учиться. Ну хорошо, хоть не моя. Угу. А что еще должен папа? А еще должен папа помогать своей маме, когда она делает уборку. Или что-то еще сложное делать. Ну я ей помогаю. А ты ей документы помогал заполнять? Какие? Мама, скажи, помогал или нет? Последний раз помогал. А до этого нет. А я ему да. И уроки ему помогала делать, да? В школе когда были, да? Нет, он же старше меня. Это я за маму делал уроки. Он мне однажды помог сделать информатику, а мне чуть двойку не влепили. Почему? Что плохо сделал? Потому что сказали, что я не могла так сделать сама. Это слишком сложно на тот момент было. Помощник. Чай я тебе постоянно делаю. Зато кольцо я сама сделала. Покажи, какое. Вот. С ушками. С ушками? Угу. Вот ушки. Хорошо. Молодец. Ама, смотри, какое колечко. Все, больше учить не будешь уму-разуму? Только если будешь все делать, как я сказала. А что это я тебя слушаться должен? Ты же мне не жена. Ну ты не жена, а жену можно слушаться. Ну жену буду, а тебя нет. И еще одно. Что? Ты должен помогать ребенку подтирать, уроки за ним помогать делать. Что помогать ребенку? Делать уроки. А еще? А еще гулять с ним. А ты сказала еще подтирать там что-то? Подтирать, если лишнее, в рисунках и каких-то уроках. А-а-а. Понятно? А ты, папа, что-то подумал? Не знаю. Вообще не то, да? Разольешь там молоко, надо подтирать за тобой, да? Да. А что это? Если... А почему я за вас иногда свет выключаю? Папина работа? Нет, Кирина работа. Ну, Кира же, если заснула уже тогда. Ну, Кира же еще тогда не заснула. У тебя... А если Кира заснула, что тогда делать? У тебя слишком мало обязанностей, понимаешь? Угу. Мы вот ходим на работу, зарабатываем денежки, да? Да. А тебе вместо денежек даем подарки. Угу. Угу. А еще вы мне рубль даете. А из рубля многого получается миллион. Ну, хорошо. А ты когда будешь подарки свои отрабатывать? Сама себе буду отрабатывать тогда, когда я уже пойду в школу. Вот тебе мусор. Выкинь, пожалуйста, его в мусорник. Ты мне покажешь, что ж опять? Что, покажу. Мусор выкинешь? Да. И там вон. И слушаться будешь? Подожди, вон там еще лежит. И слушаться будешь? Угу. Ну все, пока. Угу.